Белая, блядь. Все разы темные зашли. Бля, ну тут рай меня белая метка убила, понимаешь? Все, короче, блядь. Я не знаю, как вам объяснять еще. Ребята, вы че из-за хуйни сретесь-то? Да никто не срется. Собрались, убили, тут убивать не. Просто каждый свое дудонин. Смотрите, вот ковер, да, я поставил. Вот ковер, блядь. О, это босс, нахуй, блядь. Вот тут я что-то шел, блядь. Черная, подожди. Вот черная, да, блядь. Вот милики, да, блядь. Что я делал? Я не бегу так, нахуй, туда в рейд, блядь, выносить. Я бегу в сторону, где нету никого, блядь. Или вообще минимум игроков, блядь. Туда я бегу, нахуй. Выношу ее там, блядь. А не как вы делаете, нахуй. Вот стою я тут, блядь, да. И тут вот слева от меня люди, да, и я бегу через них, нахуй, выношу, блядь. Потом она лопается, и все дохнут, блядь. Так не надо делать. Надеюсь, я понятно объяснил. Дайте рыбу и пробафайте сразу. А что ты тут линкуешь, нахуй, приплоты, ебать? Смысл их нажимать сейчас, блядь, до начала боя, если они не решают ничего. Если мы все равно попробуем. Я до начала не жму, приплоты. Я типа линканул. Я хотел линкануть, типа, тот трай, где сердце выпало. Я сейчас скажу тебе. Забыл. Ну все, next, короче, будет сердце выпадет, либо не выбейте приплоты, вы удалите ГП. Полтишок, короче, для вас. Я уже написал макрос. И полтишок, там 300 кидайте. Да, а чё рыбу дайте? Рыбу. Ну, чё, Влад, возьми там, ГБ, там этой рыбы пизда. Поставь нам рыбу, пожалуйста. Тут от вас требуется только реакция, нахуй. Чтобы вы сразу среагировали, что на вас, блядь, просто, суть сейчас, в чем вообще вся суть? Просто дождаться сердца, блядь, запустить сердце, все, и выносить метки. Мы вот этого элементарно не можем сделать. Вы смотрите, вы милики, вы не стоите вот так по центру, как бы стоите вот так, как квадрат стоит. Вы подойдите вот так со стороны Луны. Я ж не просто так ее поставил. Вот так, встаньте по диагонали к нему. Бейте его, получается, какая-то его. Ну, правая нога его, получается. Вот, в правую ногу бейте. Все, на вас метка кинулась. Если светлый, побежали, блядь, в крест. Если темный, побежали, блядь, в череп. Все. На лестницу же можно, да, подняться туда? Не надо, там танка зацепишь. Да, даже если ты, смотри, если ты мильник и на тебя кинулось желтый, ты можешь пойти под левую ногу. Ты можешь пойти под левую ногу, и типа ты не будешь рейд дамажить, если ты правильно станешь. Так я же про это и говорю, светлую, желтую метку уносишь ближе к кресту. Вот, именно ближе к кресту. Темную выносишь в череп. Если ты не дурак, то можешь бить еще. Ну да, да, как бы не обязательно. Они же так стоят просто как бы визуально. Просто вынести метки, и все, вся задача, блин. И внимательно смотрите, вы еще поймите одно, что если мы еще босса не перевели, ну похуй на эту белую, там главное ее не вынесите в людей, в других, отбегите от рейда, чтобы вас могли прохилить, там куда-нибудь вот, ну так же там, через крест как-то, я хуй знает. Ну не бегите в пачке. Остальные тоже не бегите, видите, что на нем метка, отбегайте от него. Владимир, встань слева от квадрата, Алисочка, встань справа от квадрата, Рыло, в квадрате встань, короче. А я с Суфом побегаем, мы кончены. Да, Суф? Да, и Верчей, поехали. Мы просто не можем, ебаные, даже, ну, даже сердце-то побить Владимир, толком не можем. Владимир, в мили тогда Суф слева от квадрата постоишь. Пуляй. Алисочек справа. Вот смотрите, где срез стоит. Вот. Что-то типа того. Кювикс, тоже двинься правее. Кто, блядь, там слева? Док, отойди правее, по другую ногу встань. Все, вот так и стоим. Светлая на Харкуса кинулась. Все, вот так. Вот, все, можешь стоять, бить дальше босса. Не обязательно так далеко убегать. Ты уже не дамажишь, как бы их. Далеко, зачем ты так далеко убежал? Я бегу, пока она на мне висит. 25 метров бьет. Какие-то гами нет. 81%. Похуй вообще, вот танку похуй должен. Он стоит и все. 79. Алисочка, вынеси. Отойдите, нет. Стопайте, блядь, отошли все. Алисочка, вынеси. Да. Ока, вынес? Да. Готовьтесь хилить. Из вредного не вижу вообще. Вот, ок, прохил, ока. Хорошо, хильте. Где не живем пока. Сколько там процентов? 76.
5 и 7. Сколько ждем? Нечаянно, давай по мне, Инер. Ждем до следующего раската. Давайте, да, следующий раскат переживем. Хархуса поднимите, Хархуса поднимите. Хархус назад иди. Давайте, давайте, хилы, хильте, хильте. Красавчики. Уже можно. Давайте, начинаем бить. Сюда, Инер. Гера, как я тебе говорил. Гера, Гера, Гера. Все, бусты, всех, всю хуйню. Забери ага этого. Больше, больше дамага. Успеваем. Больше. Больше, сука. Нет. 700 тысяч ровно. Под босса. Ну, смотрите, какой ДПС. Сейчас скажу, какой. Ок, Хархус. А, нечаянно. И Хитагами. Хитагами там. Ага. Вот так вот. Блин, конец. Как охуело там можно. Я не пропнул, нихуя ничего походу. Нечаянно это. У меня два тринкета пропнул. Сейчас не канал. ДПС там. Не пил, короче. Не пили зелье. Вот. Док, Хархус, Владимир, нечаянно. Ну, Рыло хил, Суф хил. Владимир тоже хил. Ну, типа, мы по 100-150к дали хилами. Ну, блядь. Хилами, блять, по 150к дали. Зачем ты на силу пьешь эту парашу? Это чё, это я 585 надамажил? Дайте итогу, господ, блядь. Ну попробуйте в 4 хила, почему вы не пробуете эту хуйню? А ДД есть у хила? Вообще, да, итогу... Еще слово скажешь, я тебя кикну нахуй отсюда вообще. За что, блядь? Что можешь свое ебло завалить и идти отсюда. А, ебать вы какие добрые. Арчи, души. Еще что-нибудь откроешь, свой? Да не вопрос, конечно, я получу. Все, давай. Ты зачем Арчи задушил? Он охуенно задушил. Он вчера нам рейд запорол, если честно. Он уже второй день нам порит рейд. Сегодня вообще без него как-то это. Вангуешь, он сейчас опять. Блядь, как ты ДПС, то вроде смотришь сердце, почти все 500 кадали, кроме двух. Что-то все равно не хватает. Это, ребята, так не хватает еще 700, это, ну, блин, это 2 как минимум, да. Бля, конечно, вот то, что нету истерии, она, мне кажется, тут вообще зарешала бы жестко. Можно спросить конструктивно? Мы... Очень-очень важен этот хм вам, именно его потратить, потому что... Да. Просто, ну, реально, это четвертого... Скажу, пора последний первый раз, блядь, пока не убьем робота хм, дальше никто никуда не двинется. Не, да, просто в чем интерес просто все закрыть на изи, блядь, и потерпать. Просто там шмол 226, который апает машины. Который нахуй никому не нужен, блядь. Не, почему, там нормальный шмот есть. Хуйня там шмот. Там одна шмотка нормальная. Ладно, как хотите. Да. Я бы подальше сходил. А у нас срез, Лоя и Асмодей выпили почему-то перед Герой. А, ну хотя нормально по таймингу, да. Ну срез прям рано. Ну я что-то это выпил и начал проедланил. Ну это... Ты за 7 секунд, Лоя за 6 секунд. Я думал этот, сейчас переведем быстро, и что-то, короче, не так быстро. Еще бахайте. Ну один хер, я на четвертом месте был. Блин, долго потянуть ДПС. Вроде бы хер есть. Хаспотик, я не знаю. Нечаянно хаспотик задайте. Нечаянно, да, я тебе брусь потом научиться ублять. Тем более сова, блядь. Не, ну, может быть всех это понятно, но вот, допустим, Хархус непонятно, что он мало дает. Может быть, подождем 3 раската, потому что я так понял.
У меня нет. 470 он дал. Он бы сейчас сделал. Если мы ждем третий раскат, у нас хилы садятся по мане сильно. Нам еще как бы ХМ сам по себе, он непростой. Да. Там хилить везде не нужно. Не знаю, ФДК с шеей, блядь, фулл сокет и чарки, я не знаю, что он так мало дает. Че, я больше дам? Ну, типа по сердцу. Че, погнали, а? Еще будем пробовать, погнали. Хули стоять. Че, да. Сейчас элементаля вызовом пизды всем даст. Как и петух рыбу не поел. Пуля срез. Ой, срез, блядь. Догань. Срез, пулять, пошел за метка. Метка просто стоит на хитогань. Нормально, у танка 5, ну действительно, всякие вот эти инферналы у локов там войска до того, как сердце начнем бить. Милика, вы не забыли, что справа ноги? Куда ее? А, ее подальше просто. Так далеко, не нужно так далеко. А, с чарджа ворвись, как нормальный воин. Квикс, давай. Квикс на пулта, давай, либо в лок, либо в мага кого-нибудь аркана. Тоже решай. Женька, да, может, на пул, да. Он нормально будет. Ну, конечно, лучше в аркана, который бурстит. Ну да, можно мне дать пока. Там сколько это 80-ка уже стукнула, 80-ка. 79. 78. Топаем. Ока, нажми что-нибудь. Что-то у меня сейчас криты распрокались жестко. Шинёк, ну опять. А. Кьюикс, блядь, как тебе плохо кьюикс. Безвредный. Даже... Док. Далеко убегаешь. Ещё всё хорошо. Ока прошел. Бей, сок уже, бей. Стал уже метр. Чё, бей. Док. Ну ладно, не бей. Вынеси, молодец. Хильте. Инер, дай мне, нечаянно. Кьюикс, можешь нажми. Нету? Прям кьюик погрелся, а, всё, отлично. Всё, хорошо, хильте. После этих заходим? Чё-то у нас вообще дамаг не идёт. Это вторые уже были рассказы. Да. Ну, да. Молодца, прохильте. Метка док. Сейчас что, бьём, да? У ханта питаем из дах. Давай, док, начинай бить. У тебя меньше это всех ДПС. Док, бей. Смекалку хильте. Блядь, тоже пет отъехал, но я бы не насрал, блядь. Раскаты, прохилимся. Ещё камни жрите. Блядь, я успею пет арест? Успеешь, Сань, успеешь. Подожди, ну под раскат это не ресы, наверное. Всё, 76, уже можно. Давайте, да? Заезжать. Геру. Док бьёт. Всё, давайте. Геру. Давайте. Нормальная тема. Давайте, вот сейчас прям в сердце. Опаздываем, сука. Это настолько же. Сутка столько же, ровно прям столько же. Блять, ну сейчас я дал ДПС, все равно не хватит. Так, хила на счет ДДшника спехать. А какого можно с хила спехать на ДДшника, блять? У нас хилов нет, тут спехал, блядь. Кроме. У Адамира спехники. У него же хороший. Покажите, пожалуйста, что там по сердцу опять. Бля, ну Сашка сейчас набил ДПС, нахуй, не смотрите на него. Нечаянно, опять на те же грабли наступаю. Сколько я сейчас? Блин, гоните, пожалуйста. Ну ты сейчас вот, ты на Дамару только что по сердцу. Сколько? Ну вот. Да. У тебя примерно... Дайте нечаянно, вот кто-нибудь, угостите, то он сейчас ГП налетает. Меньше дали. Я типа плюс-минус вот на магии всегда почти такой ДПС, я не знаю.
Попробуйте, может, буртовые трени какие-то еще что-то. А сколько каст у него идет, ты не замечал? Точное время. 25 секунд таймер там. 25 секунд. Без тебя еще били, Женек, у тебя есть такой как хронический удар, он еще больше дамажит. Хронический, он же прокает от пари. Он, не, когда его тоже вроде бьет. Чё-то первый раз вижу. После уклонения, ну, есть, или парирования, все. Он бьет, и он уклонился или парировал, то есть, ну, и он прокает. Если ты уклонился или парировал. Ну, да. Ну, то есть его же били, значит, он, вероятно, если какая-то была, то... Кого били? Женька? Ну, Женя, то есть еще там побивали немного. Кто его бил, его бил? Трэш. Ну, он, наверное, спиной его танчил, поэтому и не парировал. Алисочку в ретрика, короче, спекаем. Алисочка, спекайся в ретрика. И мамонт поставь. За отказ остается, будет ретрик, не будем добивать тогда 200, например. Чё говоришь? У нас 700к остается, то есть один ДД здесь не поможет. Да тут если, тут еще на криты, у кого криты пропрут, от этого зависит. Ну это да, это тоже. Ну почему, Арстел пятихаточку, Телдерин 460 бьет. Ты хоть шо? Вот у меня в тот раз не проперли он на криты, я дал 500, а в этот раз 650. 150к, прикинь. Кстати, когда он топает, хоть и рядом или далеко, все равно прилетает один и тот же урон. И он вроде дома, физически, конечно, идет. Плохо, это товарищ Локи, у кого демон есть? Да это хуйня, бля. Чё херня? Давай в демона кто-нибудь. Это ДПС, там он не надамажит демона. А все РДДшники, 3 мага, 3 лока, они без дамага сидят. Хилы без прохилов сидят. У меня, я думаю, чё у меня молитва под 4к критует? Это ты лапку вешаешь? Элем, у тебя элема нет. На сердце. Чё-то нужно. Чем лапка рисоваешь? У тебя сова в рейде и анхоли ДК в рейде. Зачем тебе лапка? Ну, я не знаю, как сова работает, ей надо, ну, волшебный огонь вручную давать или какой-то скилл дает. Тим, ты лапкой снижаешь сопротивление. У боссов не работает. Армор еще снижает на 5%. Ну, сова кидает лапку, потому что на хит вешает СПДшником сюда. У нас элема нету, это плюс СПД и 3 крита на боссе. А сова разве... Чё, сова? СПД нет. Крит-то есть. Более. Ну, СПД это только Лока. В демона. Блять. Там не будет СПД большого. У тебя нет... Какой СПД нужно? Хилам СПД нужно. У тебя шаман нужно. Есть. Скажи, это хвалю. Обычный. Ну, тотем обычный, да. СПД, ребят, это же слишком, допустим, поздно. И для миликов, и для ретри, также для энха. Да погнали, сейчас убьем. Короче, сейчас по сердцу нечаянно опять даст мало, арчи зайдет. Будем без совы пробовать. ШП, так придется тебе спекать. Не-не-не, тут надо будет спекать. Вот нам на ШП, а я брат, а я ШП. Ну да, ты ШП. Попробуй дикую, да, магию. Да нечаянно лучше не это, не спекать. Арче делай. Не свапать в любом случае. Арче зайдет, если только вместо дога. Ну либо дога. Не, ну дог тоже как бы нужен армс. Вон у Сани кровотечение на 4-е место вырвались. С последнего. Ну, типа слипа нету еще в рейде. Да много кого нет. Гавайя нет. Такой молодец, ласка, выпей. Че, пулем, нет? Пуля.
Мы ждем или сразу? 78, 78. Стоп. Рыло. Мы пока ждем все хильти, ебать. Ну в чем проблема? Все равно они дамажат. Да, все, да, хил, все, кто может хилить, хильти. Я мораль не вижу. Арстава нет. Сам себя хил, конечно. Пепа в хильте. Уайт Лайбер. И Нер нечаянно. Супер, не вот это. Охуй. Че не бэрить? Че ждете? Сейчас прохилят. А Лисочка-то в ретрике или нет сейчас? Да. Да. Хорошо. Поставил ну, нормальное место. Что, будете БР? Нечаянно БР по войду. Тотем ставь, тотем ставь. Ребят, попал, дайте флоу. Поставил. Кто-нибудь это подбейте, вообще дамага уже не идет в него. Он что-то стопнул. Хильте, хильте, хильте. Камни жить. Камни, да, все, и все, и все, еще. Ну, надо да, сейчас на, на танке нормально, на танке. Все, че, че, нам надо. Док, начинай, еби, а. Соло. Дадите пусть тварь. Так мы отдадим заранее. Давайте. Ну сейчас, подождите. Сколько там? Да уже 75. Давай, давай, Гера. Все, давайте, ребята, поехали, плохо. Джай вызвал. Ебать, я даун. Это раз меньше. Да. Ладно, все равно обожжем. Короче, блядь. Ложимся. Это Саня даун. Я, Саня, блядь. 300к, бля. У меня стрелы, у меня пули кончились. Мне вообще ну, это слишком долго переводили, на мне метка была, я полурл этого. Нам по факту нужен еще один ДПСер нормальный. Ну типа Саня дамажит, еще один нормальный ДПСер. Да сейчас мало дали, я смотрю вот по адону. Я ебать, мало дали. Долго переводили, получилось так, что метка уже вылетела. Ну типа там мои 300к бы не решали бы, но все равно. Ну, типа, у меня и мало сейчас урона, как раз я бы больше дал. Ну, надо долго менять. Ну, типа, нет, не забит пока. Арчи, ты тут? Пошел, я вижу, что готов. Молодец, есть тебе пуля? Док нечаянно срез, типа, это три. Что, рекануть? ДПС по сердцу. Ты еще две, да, что-то три? За какой едой? За этой что? За рыбой, блядь. А Сашка припот не пил. Ты шо это? Ты что-то походу забыл. И нажал. И по мусору нахотели, блядь, топ-20. Чайно опять припот не пил. Сейчас все маги вот чуточку больше дали, чем обычно. Уже поздно. Мы начинаем лажать просто потому, что усталость накопилась. Да. Вот, он, давайте ластрай и все. Кого? Кого? Не-не-не-не. Траем. Ну, траем, траем. Мне детей сейчас спать укладывать надо. Траем. 11:30. Зачем тебе детей нужно? Арчи берем. Если он зайдет. Арчи, заходите. Это сколько ребенку лет? У меня двое, вон они уже дохлые лежат. Сколько лет? 5 и 3. 5 и 3, вот смотри, у меня 7 и 3, у меня младшая 3 года, просто берет телек, выключает телефон, убирает, все, я спать 9 вечера. Хуя. Все.
Подходит сама такая, ложится. Так, батя, не ори, бля, мне завтра на работу, ебать. Заебался мне игрушками уже, блядь, как ребенок. Жена приучала всего где-то неделю, нахуй, привыкли быстро. Ебаное дитё, нахуй, сидит, играет тут, блядь, сука. Бля, батя, иди уложи меня, заебал играть. Так они вместе с мамой еще там лопятся, это вообще пиздец. Вот да. Бля, короче, Сань, 4К я в манекен выдаю, нахуй, не ебёт, нахуй. Хорошо. В следующий раз пойдешь с нами. В хиловской манекен? Ребята, на что намекаешь, Владик, ну? Хитагане, ты брустишь тоже? А, Владик, ну? Да, конечно. 4К или в хиловской манекен? Чё я? Не ты. Ты сейчас на что намекаешь-то, мне объясни, пожалуйста. За одну секунду можешь только это нажать. Захват рун. Все, понял. Ты меня унизить пытался, да? Пизду пойду покурю. Арчи, Саня, давай, поехали. 300 баф лапа. Победный наш. Арчи рыбку ест. Блять, это победный трай. Правда, сейчас можно... Сейчас и сразу сдохни. Потому что никто не знает, что дальше делать. Так и будет, я думал, нет, да, дальше надо... там, поверьте, там ничего. Там такого. Хуйня. Ну, почти то же самое. Да, там просто, там просто из белой сверки будет искра такая вылупляться. Что, давайте он там, бро, приседания делает. Я не боял. Что-то какого-то бафа не хватает. Крик на хп не хватает, дам после пола. Давай, забегай. Пуляй. А, стой, кулак. Он ест. Ладно. А, пуляю? Да. Да, пуляй. Подводи к луне его. Давай. Как это, Дани, бейте раньше времени. Дайте ему, Дани, поставить его. Ласки все свои посмотрите, обновите. Да, у кого кончились, обновите. Обязательно. Заметка. Ну выйди с метка, алло. Арчи. Арчи. Арчи, ёб твою мать. Да он никого в рот не бил. А. Ну конечно. Прохильте. Хантана, да. Это плюс 50. Это плюс 50. Мыль вышел. Мыль вышел. Архус. Ты еще плюс 50. 79. Стопайте. ДПС 79. 78. И прохиливайтесь. Прохиливайтесь. Отойдите от этого. Срезу, срезу, срезу. Хорошо. Спасибо. У ханта поднимите? Сейчас поднимут. Переживай. Побафать не чайно. Суф Берни. Берни, молодца. Нечаянно. А, ну ты пока бежишь. Давай, да я вот перед тобой стою. Сколько там пробовать? Молодец, встаешь. Жди, 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 не вставай, блядь. Прохильте, 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 молодца, сразу. Нормально. Мага. Женек, Женек. Чем мы третий раз каждый? В прошлый раз что второй, что третий одинаково. Че, будете его резать? Сколько? Абу-Даби умер. А, не БР. А у нас да, нету БР. БР нету. Ничего. А, да, ебать нет. Назвал БР. А. Две минуты до БР, она просто. Да нет, это же бред. Это бред. Давайте без Сани попробуем хотя бы. Ну, без Сани попробуем. Попробуйте. Попробуем, так, конечно. И все, можно уже. Давай, метку, 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 Женек. Подожди, подожди, сейчас Женек метку вынесет. Давайте, мужики, ебашьте его. Бля, вот я сейчас дохуя дам, короче. Чек. Я уже протекрит, я его. Там Сирусу заплатил.
получается, да. Сейчас это вообще идет вроде все нормально. Нет. Не. И мана идет тоже нормально. Лям. Вот, Саня как раз, ну, нормально, можем. Не, ну что Саня? Саня это 500к примерно, блядь. Еще где взять 500к, блядь. Еще да. До хера, блядь. Не, не то что 500к, а то что весь ридл больше. Сердце играем. Ну конечно, потому что тотем. Ты просто будет. Убиваем все. Ладно, падайте. Что убиваем? Ложитесь, блядь, убиваем. Ложитесь. Не, будем топора на вас ебать еще. Ну, поставим, когда все будут там. На понедельник, вторник, больше, среда какой-то из этих дней поставим. Больше траить не будем? Будем. Понедельник, вторник, среда поставим. Нет, какой-то сейчас. Из этих дней. Сейчас, сейчас давайте. Хватит. Сейчас, чё, если не готовы, то нажмите нет. Давайте во вторую. Покажите ДПС сердце. Пошлите дальше, алё, блядь. Ну, я тоже готов. Вы чё, блядь? Правильно, Арчи, разъёбывай. Что за хуйня? Только пришёл, блядь. Владимир же. Да нет, я... пускай вот Сашки, еще какие-то, блядь, кто-нибудь подхиливает просто вот на этом землетрясении, чтобы не было какого-то сильного. Так я подхиливаю. Я цепнуху кастую постоянно. Владимир, ну, ты уходишь сейчас? Еще пару трайв сделаем, господи, сейчас убьем, блядь. Че вы, блядь, переживаете, ебать? Кто уходит, ливай. Ну, не ливайте, просто напишите в чат. Ну, напишите, что я ухожу. Минут что-нибудь поставьте, поставьте. Че еще? Ну, оставай трай, давайте хоть сделаем, попробуем. Вроде. Ладно, давайте, короче, еще один трай, все. Эд, а можно поменять? Может, тебя лучше в танке, хоть истериком это дам? Нет, а ну, давайте вот так еще один нету. Трай сделаем, и на этом ДК сегодня вызывайте закончим. Заранее этих армию. Так, а что ты, да, у тебя 600к нахуй на дамаже? Что ты в смысле, блядь? Ты там тут подумал. Ты понимаешь, что истерия... один раскол, 5 расколов. То есть сам подумай, что будет лучше на сердце, 5 расколов или истерия? Сандер и я могу поставить. Я же ДПС 5 года. Вообще, Сандеры не надо стакать варом. Знаешь почему? Потому что есть рога, который один, блядь, этот, блядь, ну, завершает хуйню, навешивает. Да, но надо. Она висит 25 секунд, он их там быстро набьет, эти КП. Можно тогда, да, реально взять ДК и стерию накинуть. А зачем? Ну, вместо кого? Ну, это столько не дает. Ну, пусть да на нет. Следующий раз. Типа, не сейчас, типа на следующий когда. Давайте помыслите просто потом уже насчет этого всего. Рыбаку как увеличить свой ДПС, ДПС рейда. Послушаем как-нибудь предложение на собрании. Мы в тот раз переводили, что сейчас не переводим? Как увеличить ДПС рейда, Гавайя, Слипа, сюда в рейд. Вот так будет увеличен ДПС рейда. Рыбку кушайте. Да куда вы собрались уходить, господи? Давайте его добьем уже, а? Ребята, блядь. Арчи, ты поздно пришел. Мы уже бьем тут пиздец его. Сейчас. Да добьем, речи еще не идет. Мы не можем хардмод даже врубить. По сути, да. Все, кто пробагался, там, давайте на позиции. А, пожалуйста, я ДВМ включил, а сообщите мне, когда метка будет, блядь, я могу заслать. Крис на баф. Где Крис на баф, Влад? Подожди. Я рыбу ел, а баф повешался. А нет, висит баф. Обмач. Давайте, все готовы, у всех там бафы, все. Все, все готовы, пуля. Да, спортсмен. Тренируется ебальники ломать, но. Да, у него нормально получается. Можно с автоатакой останусь, а то будет стаки тринки 20, чтобы не попали. Это Редри говорит? Да, да. Плюс прок флешки подхиливает. Ты подать типа, с кулака обновить. Ну, мили, выйди, мили, выйди, выйди, мили. Кархус.
блядь. АБД. А смотри. Вы сами смотрите, человек тупит, сами отойдите от него, ебать, не ждите, что он, блядь, выбежит. Так если это черное. Всё, стоп. Безвредно. Куда нам выбежать-то, блядь? Кто бежал, Максим, ты кончен? Пиздец. Да я сейчас нам прохожу. Готовьтесь, хилить. Вот, сейчас, скильте всех, блядь, кто может, нахуй. Арчи хоть и бухой, но нормальную тему делает. Слушайте, Арчи. Отойдите. Харахус. Хорошо, что все от него отбежали. Так, БР-1 есть. Тихо. БР-1 есть. 75% никто не бьет. Ждем каста. Кастанет, короче. Не бей. БР-1. БР-1. И нардай. Там, блядь, паладинская тихо. Максим, говори. Захил. Бэр Харкусу кидать уже. Все, поднимай, быстро его поднимать и пробахайте, подхильте рейд. Езжай. Геру и поехали. Харкус Бэр. Он лежит, блядь. Геру и поехали. Давайте. Еще Геру, дай ярче, нажми. Ну, сука, жмите, блядь! Давайте, блядь, сейчас надо. Ну, блядь! Сильней кнопочку жмите, блядь, сука! А, блядь! Давай, хилим, блядь. Ренжу набрали. Смотрим за светлой меткой, блядь, прохиливайте. Смотрим, меток пока нет. Просто на ренже стоит. Че, бьем босса? Каких мобов там надо? Бумботов убивать? Бумботов, да. Никого не надо уже убивать, бьем босса. Они по бокам, слева-право будут ходить, бумботы. Со светлой любой сейчас бежит к кресту. ТДшник, Нилик, Кил. Сиф. Суф, кресту надо было, блядь. Сейчас с креста выйдет сфера. Надо, вот, искра. Локи, дайте по ней этот. В искру все сыграйте. Может быть ее. Койл, киньте. Не работает койл, Саня, пофиг. Прохиливайте. Камни. Арчи, пока типа лучше. Просто бейте. Хорошо. И тагами. С него вы. До 70, надо до 70 довести, чтобы это серый перестали. Суф, будешь поднимать, подымай, Влада. Искрой. Черную метку кусите. Где метка? Владимир, черную вынесите. Владимир. Бабл массакру. Бабл массакру. Бабл массакру. Владимир бабл. Пока хильки. Телрин массакру дай. Не. Там что ли, лёг, блядь? Да, там лёг. Да два хила упало. О, холи вот, паутину. Короче, всё заканчивается, когда мы боссу оставляем 70% и всё. Бля, а нихуя килу, что здоровые, чё? Нормально? Искры больше не появляются, и такого урона не будет. Будет такой, короче, спокойный я урон, который спокойно прохиливается. Когда заходишь с лужи, она в любом случае тебе тик сделает. Да, она тик успевает делать. Её нужно, когда она взрывается, нужно сразу ему хил какую-то дать челу. Сейчас первую искру сейчас было пиздец как тяжело, потому что милики пока до нее добежали. Ее друид убил, да, далеко ахили. Унес. И это первое. Во-вторых, контроль теперь не работает на искру, короче, ну типа. Да. Надо, короче, чтобы как-то я. Этот человек подбегал. Ни койл, ни стан, в нее ничего не работало сейчас. А грипп только... Грипп? Ну грипп вроде, не знаю, я не видел гриппа. У меня в этот момент фризануло, я уже начал бить, когда уже она рядом была. Вы понимаете, что мы тютелька в тютельку? Вот прям пиздец, блядь. Ну нет, там не на прокол нихуя вообще. 4 хила, ну, типа, Арчи 380 дау. Первое. Понимаете, это такая ситуативная хуйня, что все дают больше, то все дают меньше, это пиздец. Да я говорю, тут, блядь, пиздец. 100-150к, может, разница. Шенек не пил.
Нечаянно. Че, кто там, уходит или краем? Я не вижу вообще себя в этом этом. А кто? Значит, ты 21-й, нахуй. 21-й? Ты 21-й, да. 374. Ок. Дайте маму. Что-то слабо. В прошлый раз 600 был. Видимо, не криты. Это же я 150 дал, как бы. Как танк прям. Так. Мораль вообще что-то тоже мало дал, да? Да. У меня показывает вообще, у него 200к. Может, Пэттон или этот... Ну, алё, рыбу ставьте быстрее. Ребят, там всем уходить надо. Я не знаю, давайте еще раз втроём уже. Блять, вроде хоть перевели, хоть на что-то. Теперь поняли то, что мы когда включаем, то есть убиваем сердце, типа вот серки спавнятся из белых меток, именно из белых меток спавнятся. Черные пока также сейчас... нужно выносить из рейда. Вы с белой меткой далеко не ходите, вы должны держаться вот, ну вот, между... Я вам говорю же, в крест надо сбегаться с пределах белой меткой. Синей метки. Посередине, ну, желательно держитесь. Точнее как, смотрите, либо крест, либо луна это должна быть. То есть с какой стороны вы смотрели для этого? Поставьте мамонта, пожалуйста. Просто если вы, блядь, стоите в луне и, блядь, ну, побежите в крест через мелизону, вы, блядь, будете дамажить. Так делать не надо. То есть, ну, смотря где вы стоите. Ребят, всё, я только подошел, дайте полрибах, пожалуйста. Саня, дай это, типа, наверное. Так, я СС, короче, давай, я кину СС Ладомиру. А как, три Аркана или что у вас? Один СС Рыла киньте, и Мидзюкаги киньте СС. Су вроде не дохнет. Аня, дай МК, пожалуйста. О, я ок. Давайте быстрее, Саня, РЧ проведи. Кто готов вперёд? Как, в чем проблема? А, стоп, я сейчас огурцы поставлю, подождите. Вот вам огурцы. На стойки. Да, перепейте эти фласки. Фласки, да, перепейте. Все, давай еще РЧ иду. Собрались. Арчи, давай, блядь, нахуй, иди ДПС, ебаный рид, блядь. Я не знаю, меня не пробует. Арчи, красавчик. Жми, блядь. Я харку дал в фласке, может ему не давать. Я уже дал тоже, давай, пуля. Кау. Садись. Так, я, блядь, беса сейчас сюда отведу. Останьте все по диагонали. Где это? Все, стой. Убегай там. Видно. Рыла. Рыла. Максим стоит, я не понимаю. Что ты там забыл? Я беса подводил. Я не умру. Так. Мораль. Почему это мне метка как ебаная ставится, Алена? Сколько процентов? Войт. 80. Все, стопайте. Петов убирай на пассив там. Может, наоборот, пусть потом поддевать. Прохиливаемся. Дота сейчас дотикает, если. Хорошо, хилите, хорошо. Встаньте туда же, где все стоят. Нет. Так, это первый каст был, ждем еще твой каст. Да, ему процентик вообще подбили. Вот. Хоть включить мрази тупые. Тихо. Сашки. Прохиливайтесь. То, ну, типа там, всякие ретрики, лемы, там, мэнг тоже, помогайте хилить, если что. Максим, лишнее говоришь. Я не лишнее говорю, смекалку чуть-чуть. Я карками прожал. Поехали. Еще одна, подожди, еще одна. Хотя можно ехать уже, думаю, да?
статы. Окей, окей, го, поехали. Геру, жмите, поехали. Бля, нихуя. Бомба, ебана. Хильки. А, он на слове, блядь. Как такое? Давай, 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 жмите. Слой умер. Слой умер. Бля, ну не хватит, слой умер. Да нет, даже слоя бы не хватило, а не хватило. Хватило, бля. 600 тканей. Ладно, короче, мы посмотрели, на сегодня увидели, как бы, ну, все плюс-минус все поняли, да, как бы. Там подумаем уже, думаю, ну, все же головой убьем. Да, слепо договаривай и вообще ничего. Да, все же головой убьем, потому что нормально. На сегодня, как бы, спасибо всем. Что-то мне кажется, по сердцу теперь урон не увеличен. Увеличен все равно. Урон увеличенный, потому что криты по 33к у меня. У меня таких критов никогда в жизни в этом гире не было. Че, Саня, может ИП-шку давать? Кстати, ИП-шку ты не убил босса. Кто там в КД принимал тоже ИП, давай. Ну, ИП за этих, в смысле, за боссов, которых убили. Я же не груз за этого босса. Так вроде давали уже. А он давал? Саня, я вообще в курсе ГП лутал сейчас. Или не курс? Я, по-моему, не давал. Ну, как скажешь. Блядь, я сейчас по журналу помню. Ты давал Гавайю. Я только Гавайю. А, ну понятно, понимаю. Да, Саня не давал.